Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Уютный дом. Сегодня я буду делать себе вечернюю маску. Эта маска хорошо увлажняет, также питает кожу, также устраняет морщины, отбеливает кожу, подтягивает кожу, делает кожу такой упругой и устраняет такие морщинки, мимические морщинки. Маска будет хороша для всех типов кожи. Также эту маску можно делать для девочек любого возраста. Сегодня я буду делать маску на лицо, на шею и зону декольте. Для этой маски мне понадобится йогурт, 100% натуральный йогурт. Также я беру масло виноградных косточек. Следующий компонент — это глицерин, витамин Е, картофельный крахмал. Так, здесь у меня чайная ложка йогурта. Сюда я добавляю чайную ложку картофельного крахмала, масло виноградных косточек, ну где-то примерно вот столько. Витамина Е беру примерно 5 капель. Сейчас я добавляю глицерин. Глицерина я беру совсем чуть-чуть, где-то примерно даже на кончике чайной ложки, где-то вот такая большая капля у меня. Теперь хорошенько все размешаю, чтобы получилась однородная масса. Начищенное лицо, на шею, на зону декольте я буду наносить маску. Маска вечерняя. После этой маски лучше не выходить на улицу. И также, если вы сгорели, если у вас есть солнечный ожог, такую маску лучше не делать, потому что здесь есть глицерин. Эта маска чисто для нормальной такой вот морщинистой кожи. Поэтому, девочки, если вы сгорели, перегорели, лучше эту масочку не делать. И если вы не знаете, подойдет она вам или нет, сначала делаем тест. Делаем тест на вот здесь, вот на запястье, наносим. И посмотрите, как эта масочка будет работать. Я, например, делала эту маску, поэтому я буду ее сейчас наносить на лицо, на шею, на зону декольте. А вы, если сомневаетесь, то сделайте такой вот тест. Теперь я наношу все на лицо, начиная со лба. Здесь у нас йогурт. Йогурт вообще кожу отбеливает также, борется с мелкими морщинами. У меня все по одной чайной ложке, и мне хватает. Наношу все на лицо, зону вокруг глаз я не трогаю. Также можно нанести и на губы. Также наношу на шею обязательно. Вот, и на зону декольте. Теперь я оставляю маску где-то на 10-15 минут, я всегда так делаю, не оставляю на 30 или там полчаса, 15-20 минут, ну обычно 15 минут. Девочки, я смыла маску, посмотрите на мою кожу, я очень довольна этим результатом, она стала белая, ухоженная, такая нежненькая. Если сказать одним словом, я очень довольна. Потом я беру уходовый свой крем. У меня разные крема, у меня нету такого, чтобы я пользовалась одним постоянно, я постоянно меняю. У меня здесь от Clinique крем, вот такая маленькая миниатюрка. Я беру и теперь беру крем на ручки свои, на пальчики, и начинаю вот таким вот образом вбивать крем. Вот так на шею наносить нежненько. На зону декольте тоже все не сильно не растягивая и не дотрагиваясь. Вот так, вот таким вот образом. Такой легкий массажик. Вот. Вот и все. На сегодня у меня была вот такая прекрасная маска. Надеюсь, вам такой рецепт понравится. Заботьтесь о себе, будьте красивыми всегда, будьте здоровыми, улыбайтесь. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!